На базе Димитровградского технического колледжа дан старт очному этапу проекта «Билет в будущее». Это профориентационное мероприятие, которое позволяет школьникам попробовать себя в профессиях разных направлений и сделать в дальнейшем выбор, с какой отраслью связать свою жизнь в дальнейшем. В рамках проекта «Билет в будущее» димитровградским школьникам рассказали об особенностях таких профессий, как мастер по ремонту автомобилей, операторы станков с программным управлением и логист. Стоит отметить, что в каждой из этих специальностей ребята открыли для себя много нового. Станок с числовым программным управлением отличается от обычного тем, что у него есть компьютер, на котором находится программное управление. Это программное управление задает перемещение шаговым двигателем. Стоит отметить, что многие ребята еще со школьной скамьи интересуются рабочими профессиями и пробуют себя в них даже на таких экскурсионных мероприятиях. Сегодня я испытала себя в роли логиста. Меня очень заинтересовала эта деятельность. Хочется в будущем связывать себя с этим. Очень хороший преподаватель, очень дружелюбные одноклассники, очень интересно. Надеюсь, в будущем все сложится. По словам сотрудников Димитровградского технического колледжа, подобные экскурсии по профессиям здесь происходят на постоянной основе, что в дальнейшем сказывается на популярности этого учебного заведения. Ребенок попробует себя на таком мероприятии, ну, так скажем, покрутив что-то в двигателе или поработав на станке, для себя определяет, сможет, нравится ему эта профессия или нет, будет он дальше эту профессию выбирать. И просто для профессионального самоопределения. В ближайшее время планируется, что с рабочими профессиями познакомятся школьники из Меликесского и Новомолоклинского районов. Ну, все хоть быстрее пошло.